вы сами видели погодные условия, да, холодно, тяжелый матч. Примерно в одинаковых турнирном положении находимся с Амкаром. Но, тем не менее, получилась, я считаю, зрелищная игра. Достаточно голов забили, для зрителей интересно. Вот. Ну, победа нам далась нелегко, выполнили установку тренера. Вот, и я считаю, заслуженно заработали 3 очка. За счет чего удалось сегодня победить? За счет чего удалось дожать Амкар? Ну, я считаю, сама отдача была запредельная. Отступать уже некуда. Нам надо выигрывать, набирать очки и подниматься по турнирной лестнице вверх. Потому что я считаю, что Уфа не свое место занимает. Много потеряли очков на старте. Но я надеюсь, сейчас наберем и будем двигаться вперед. В первом тайме была такая довольно-таки вязкая борьба. Это связано с погодой? Ну да, я считаю, что были все мотивированы на то, чтобы забить первыми, поэтому рисковали где-то, бежали, потому что когда забиваешь первыми гол, нам немножко легче становится играть, соперник раскрывается, и есть возможность забить второе. Вот, что, в принципе, как бы мы забили, но, видите, они побежали, ну, нелепое стандартное положение, мы пропустили, а так были хорошие выпады, и при счете 1-0 забить еще один мяч и успокоить игру, при счете 2-0, я думаю, мы бы уже довели игру до конца спокойно. Из 4 матчей 3 с положительным результатом. В психологическом плане это придаст уверенности команде? Ну, безусловно. Всегда, когда побеждаешь, и настроение хорошее. И для нас сегодня победа была очень нужна, потому что сейчас уходим на небольшой перерыв. Есть также еще время немножко прибавить. И сейчас, я думаю, будет качественный у нас тренировочный процесс и теоретические занятия, что позволят нам немножко еще усовершенствовать свою игру и, ну, прибавить дальше.